Добрый день, дорогие друзья, с вами Моровинд и Енот. Сегодня мой путь лежит в деядрические развалины Ашур-Набиби, что на побережье на северо-западе от Хлаоун. Мне интересны не сами развалины, мне интересна их подводная часть, которая находится чуть западнее самих развалин под водой. Там, где разрушены статуи Даэдры, ко мне обратилась Баэта. Она очень огорчена, что ее святилище было разрушено, и хочет, чтобы люди возвели новое. Поиски мастера-художника надо начинать с Кальдеры. Поговорив с людьми в Кальдере, мне сказали, что орк в поместье Горок – скульптор. Поговорив со скульптором, он согласился сделать статую. Но нужны чертежи. Следовательно, мы идем в Вивик, квартал чужеземцев, в редкие книги Джабаши. Книга куплена. Возвращаемся в Кальдера, отдаем скульптору. Статую он будет делать на утесе Хартрак. Будет делать пару недель. Следовательно, нам надо подождать. Мы на утесе Хартрак. Следует подождать некоторое время. Статуя готова. Поговорив с Баэти, мы получаем в награду легендарный золотой меч. Почувствует мою силу. Возьми это, снежный. Направляй золотой меч. Твердой рукой я повести всех, что мое святилище.